Сегодня 16 июня 2014 года, понедельник, начало Петрового поста. И вот мы выбираемся тут из заторов. Испания, Мадрид, большой город. И заранее уже молимся. Виктор Николаевич тут с картой смотрит. Николаевич, умудри, Господи, как проехать, чтобы объехать его. Иначе выезжать будешь целый день. Вчера мы были в Лиссабоне. И там тамошние братья-то подсказали, как ехать, что. И один вызвался нас проводить, Эдуард, большой самый мост. Мы только поехали, развилка. Перед развилкой надо всегда тормозить потихоньку. И не успели даже глянуть, как мы уже не в ту сторону. Ну, даже тогда можно было тормознуть. И кто там видит, спятить назад. Теперь идем, видим, не та трасса. И конца краю нету, и никаких сходов нету. Автобан, вообще ничего нету. Но потом где-то Николай Курчина, брат наш, нашелся, свернули. И оказалось, проехали, они до этого, братья, говорили, есть неплатное, везде деньги берут. И за него не взяли, мы проехали от Лиссабона до Мадрида бесплатно. Ну, это самим-то нам бы так не сделать. А вот на ошибки на наши еще Господь нас как-то милует и гладит. Сейчас вот Виктор перезарядил на Париж. Как будет? Чтобы обойти этот город. Ну все, пока, давайте. Прямо. Еще есть, успеть. Немножко город покажи хотя бы. Дома там, подними вот эту. Пробку покажу, какую мы попали. Везде налево, направо, все это. Это прямо. Развилки разные. Ну вот. Это город Мадрид, испанцы. Много еще не знаю, дома приеду, посмотрю, чем они от португальцев отличаются, откуда они поселились. Сколько тут вопросы новые. Пожалуйста, Мадрид. Что он над нами мудрит, это один Бог только знает. Это вот Польгуева Надежда Ивановна написала заранее такие таблички, чтобы сфотографировался и не знаешь, где был. А так фотографируемся, вчера в Лиссабоне, в храме, то я держу в груди ее, и все заглядывают, улыбаются. И на фотографии видно, где мы находимся. Так и сейчас. Мы находимся в Мадриде. Путь на Париж. Если дойдем до Парижа, тогда вниз на Швейцарию, тут все мелкие, Берн, Женева, и уходим тогда в Германию. Ну, это только пока думаем так, а как Бог даст. Ну, главное, что мы уже в обратном направлении пошли. Так, для нас теперь Германия, как дом родной, к Валентине с Артисон заехали. Отмыться, ну и побыть там немножко хотя бы. И узнать, как именно в Данию входить. Ну, вверху там Люксембурги, эти Бельгии, это надо будет попутно пройти. А вот как войти там, там какие-то все видно, проливы, паром или и заранее заказывать, ничего не знаем. Мы только молимся. Молимся и спрашивают, а где вот более всего тут проявление выехали миссионерство-то? Ну, у меня опыт уже довольно большой. Я говорю, нигде такого прямого, вот, смотрите налево-направо тут, вот, как в Турции. Никакого человеческого фактора. Мы просто молились. Прямо. Мы просто молились, и Господь так вот устроил. Одна молитва все развернула, и мы выехали оттуда. Считаю, что самое сильное проявление вот милости Божией, ну это так, по-человечески думаю, с таким страхом там было, это Турция. Это Господь дает нам испытания. Мы верим, что за нас молятся друзья все и вот прочее. Удивило в Афинах и сколько там этих, и в Риме, мотоциклистов стаями идут. И отдельно для них стоянки. И когда проходят вот здесь платные турникеты, для них подешевле там раза в несколько машин. А наша идет машина как грузовая, что фура, что наша. Разницы нету. Ну, поэтому деньги нужны. Вчера, по милости Божией, там объявил староста в Лиссабоне. И 250 евро собрали, так интересно. Помаленьку, помаленьку. И что главное, поехали, старались, чтобы деньги-то не пучили нас. Ну, разменяли евро. То есть такая ассигнация 500. Видимо, они и редко пользуются. Нигде не берут ее, ни за горючее, ничего. Но это частная лавочка. Банки закрыты. А обменять-то деньги-то платить надо. Они есть деньги, и не можем ничего дать. Ну, вчера вот совершенно посторонний человек на улице, можно сказать. И побежал домой, принес и разменял. Но не скребли, скребли, ногтем не подделили.
Я говорю, мы верующие, настоящие верующие, да не обманем. И вчера еще тут отдали один в Лиссабоне, и он побежал, где-то ходил, там двадцатками разменял, принес. Ну сколько у Бога добрых людей, понятия не имею. Вот это вот в книге Арсений, когда он в морозилке отмирал, он увидел, как горят огоньки. И мы сегодня ехали по вершине, издалека видно, как везде горят огни. Думаю, Израиль вот так был в глазах Валака, когда он нанял Валаама. И как навел он ужас на него. До горизонта огни горят, и они стройно так по коленам, по родам, по племенам. Вот, смотри, куда идет. Это город Мадрид. Маленько покажи сейчас это встречное движение. Это дома-то тут как пролом такой, тут копают. Ну, как у нас есть. А вот верх Италии, вот мы ехали, там одни туннели, сотни туннелей. Вообще, кажется, ну, только бы траншейку сделать, ничего подобного. Туннель, чтобы не качало. Все ровно так. Насмотреться мы насмотрелись много, но до того охота домой. Вчера один встретился, обиженный чем-то был в Российской Федерации. РФ, я еще на РФ, это Российская Федерация. Вот я уехал сюда, я так доволен, теперь там кого-то, брат или кого-то сюда. Я говорю, я не могу вырваться, даже из Америки вот был, Потеряевку, поля свои, все собаки меня знают. Ой, нет, говорит, нет, а меня это нужды нету. Тут сажают, бьют нас, это моя родина, куда я уйду? Где родился, там пригодился. Ну, говорит, я не так. Вот он подошел, и если нет старообрядцы здесь где-то, я говорю, обязательно есть. Двумя перстами крестится, а его тут долго за это. Я говорю, так это уже признано, что рано спасительное. Отвечает, еще священники не знают, да нет, это вот простые люди, ну простых надо научить. Если богопротивно это, значит, это князя Владимира в эту когорту, Феодосия с Антонием, основатели монашества, вот, которые молились, Сергий Радонежский, это же все двуперстники. А Златоуст одним перстом молился, еще теперь. Да молятся-то не перстами, не руками, а сердцем. Как будто бы маленькие ребятишки. Но он ободрился так. Так значит, еще, я говорю, я с детства так крещусь и так научен. Зачем мне переделать на троеперстие? Я родился в такой семье. Ну, а троеперстие, пожалуйста, Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов. Равноспасительно, все. Этим выражается момент возникновения каких-то ересей, свидетельства о вере. Вот. Видишь, сколько машин-то. Ну, машинами тут никого не удивишь. И в России. Ну, вот есть какие-то такие частности. Вот эти были мы. В Греции там. Вот собирают деньги. Ну, прям проедешь так и тормози. А здесь так, подъезжаешь, автоматически выдается тебе квитанция. Там все это фиксируется. Говорят, радар там работает на дорогах. Мы это видели, знаки, радар работает. И дальше как это ты проехал, сколько там, ну, намотало. Подъезжаешь, и сам аппарат в этой квитанции обеспечивает. Сколько, и какими-то деньгами дают, бумажки, копейками. Вчера мы кидали, там не знаю сколько, 40 или сколько надо было. Накидали этих евро. Ну и все. Она тогда открыла шлагбаум. Я видел шлагбаум еще с передвижным на нем чехлом. Прямо. Вот видите, как Виктор Николаевич показывает на карту. Вот это. Покажи его. Плохой он у нас, карта. Или вчера еще одну. И навигатор. Вот он смотрит, в какую сторону уходить. Ну, говорит он правду, неправду. Проверить-то нельзя. Нам надо обойти. Не все еще с Стамбулом. Мадрид. Поправляй. Стамбул-то нас напугал больше всего. Теперь веди куда? Прямо, конечно. Прямо. Направо. Прямо. Направо там одна дорожка. Там. Сарагоза. Ну, а один выводит он как раз. Все правильно будет. Ну ладно тогда. Я отойду. Тебе надо заниматься. Ну слава Богу. У нас не заводится автомобиль. Мы проехали Мадрид где-то километров 40, да, наверное, от Мадрида. Вот. Ну, это давно. Давно уже не заводится. Давно такая болезнь. Ключом туда-сюда, туда-сюда, что-то там со стартером. Вот брат подробности он объяснит, а я-то как сельский учитель не совсем разбираюсь. Ну и вот остановились здесь около бензозаправки.
Здесь большая машина, груженная дровами, как будто из Сибири. Целые такие бревнышки огромные. А этот набор нам подарил Александр Марьяса. Спасибо, Христос, брата Александра. Так, брат, ну что помогать, скажи. Наблюдай. А то я просто как оператор, что ли. Вот. Как оператор. А Игнат Тихонович чем занимается? Все, мост прорвалось. Видите, дырки на этом. Ну вот с собой заплатки, шью сиденье. Кто увидит, ужаснется. И там сиденье, вот сколько я уже дорога починял. Вот сколько заплаток. Подожди, подожди. Ураган. 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 Мне нужно снимать его. Все. Ну вот, зачинить надо. Ниточки, Лёшка. В другом-то не разбирается, хоть в этом, под собой. А это что за книга здесь? А книгу всю дорогу читаю игумена Кирилла Сахарова, «Воспоминания». На Берсеневке. Да, книга четвертая. Ну, написать это надо знать, что писать. Он писатель, союз писателей принят здесь. Вот он был как у адвентистов, в других местах, как все это описывает. Филарет. Он меня спрашивал там выступить по некоторым вопросам. Я не читал книгу. Теперь я могу сказать. Сейчас мы едем, обошли обратный ход, идем из Португалии через Испанию. Проехали Мадрид. Мадрид проехали. Вымеряем маршрут. Зарядили на Париж, но получается, что Женева, там Берн, остаются внизу. Тогда решили до Парижа, потом сюда выйти, потом к родственникам в Германию. И оттуда тогда по порядку подобрать там вверху Бельгию, Люксембург, по мелочи, чтобы уйти в Данию. Вроде сапоги. Я все время почти сижу разувший. Поэтому ноги чистые и не болеют. Вот мы где здесь были, отдохнули. Это первая остановка после Мадрида. Вот там вещи еще развалины. Можем показать, как там у нас. Пойди там. Мы достали ключи для ремонта автомобиля. И пришлось наши баулы, вещи убрать. А вот здесь и книги, и кухонные принадлежности, личные вещи. Не лишние, а личные. Вот так. И вот подходим к брату-ремонтнику, брат Николай. Ну как, брат, тут дела? Помощник нужен? Не оператор, а настоящий помощник. Все еще. Да. Машину заводить, Николай в машине, а Виктор катит ее, и он тормознет, и тогда заведется, поехали. Представьте, на такой технике отправиться, ой-ой-ой. До Лиссабона, до Атлантики. Это вообще в другое полушарие, можно сказать. Западное полушарие, да. Ну, такие, как есть. Вчера один подошел, о, машина-то Российской Федерации. Вот это, я понимаю, работают. Не то, что здешние. Да похвалил. С таким пиететом, что действительно, это патриоты живут за границей. А дома только покупать стали. Это новая машина куплена. А, она сыплется вся. Поехали нынче в этот в сервис. А работника нашли знакомого, Константин. Я говорю, эта машина сыплется. Как сыплется? Нормальная машина. Нормально. Я встретил. Какая нормальная? Ну нормально, нормально. Сидит человек на таком едет. Вот, ну, как наша машина полностью. Я подошел и спрашиваю, как ездите, какие. Ну, какие, бывает, где-то засопливит, говорит. Я говорю, а сколько наехать наездит? Он говорит, да за 156. Сколько лет ездит? Ну, там 3 или 4 года. Ну, он постоянно где-то, какая-то организация. Я говорю, а какие претензии? Да никаких. Я вот так говорить. Я спрашивал разные где-то. Ну, игрушка ли что ли? Она была в находке. В Москве она была несколько раз. Переходила в Урал. Вот здесь. Это любая техника меняется. Сапоги стаптываются. Особенно у меня. Сапоги дошли до Лиссабона. От находки до Лиссабона. Да, ну я хожу-то мало. Сразу разуваюсь. Вечером на ноги маленько водички плесну, несколько ложек, чтобы нигде запрелости не было. И они у меня все время чистые. Вот когда начинают люди спрашивать о трудностях, такие трудности везде. Даже ты дома будешь сидеть, у тебя будет что угодно. Говорят, вот этот был самый крупный кораблевладелец,
Брещевский, как я его забыл, вот, на жене это, Кеннеди женился, на Жаклин. Да я тоже не помню, я знал, но не помню. Ну, миллиардер, да, короче, да. Миллиардер, у него танкеры такие. Да. Его спрашивают, что у вас самое большое желание? Он говорит, оправиться в туалете без боли, у него рак прямой кишки. И все, ничего, и мы этому канарису не поможет. А мы едем, ничего, по милости вот, Божьей. Брат, залез. Чтобы поехать, у меня было одно условие, молились мы, чтобы Господь все собрал. Обязательно, чтобы поехал Николай, Павлович, Кручина, без него поездка не состоялась бы. Ну что интересно, о нем молюсь, а о Викторе вот снимает. Я не стал даже его говорить. Ну что, так понятно, наш брат, он поедет, не занятый. Но обстоятельства оказались такие, за границу, чтобы шенгенскую, ну куда мы едем-то, с альботами, чтобы мультивиза была. Необходимо, чтобы, вот посмотри, какие эти... Ревна, где они взялись из Сибири, здесь вообще таких деревьев нет. На солнце плохо, я, конечно. Я не мог их узнать, где они взяли такие сосны. Ну, я думаю, в горах есть такие, это вот, как они, Пиренейские горы, там, возможно, растут такие. Может быть. И вот о Викторе не молился, что, ну, поедет. И вдруг он сообщает, а я не могу, там что-то повышение курсов назначено. Я так ахнул, Господи, скорее сказал, включайте его в молитву-то. Буквально день-три проходит, он говорит, все устроил, как надо, и тоже еду. Потому что если мы двое уже не первый раз за границу, то нам дадут мультивизу, то есть можно будет из Шенгена несколько раз выходить. А другого-то у нас никого, кроме Виктора, и нету. И я понял, что вот это вся суть. Надо всеохватно говорить. Вот, о машине это Николаева забота. Дальше не было ставки, где, куда заслать книги. Потому что в прошлом году были Ростовская область, город Шахты, а нынче мы должны передвинуться в другое место. В окрестности мы везде уже все это прошли порайонно. Ну а теперь вот думали, где, как, какие, Смоленск примерно и Калуга. Вот так Господь и сделал. Нашелся человек, которого я от глаза даже не видал. Очень добродетельный. Из Калининграда, Булкин Дмитрий. Я уж назову это, секрета нет. И он за 1000 километров приехал сюда, к своему товарищу, как Владимиру Куку, говорит, ты большой-большой контейнер, там морской какой-то, оборудовали, электричество провели, крюки сделали. Мы тогда книги послали, 3800 килограмм, и они все это уже положили, мы их разложили. Это нельзя сделать. У нас стояло почти до самого конца, никого нигде нету, нету никого. Кому не сообщим, у меня нету, у Кирилла Сахарова нету. Самых активных подняли, нету, нету. Самый активный Господь Бог. И Господь Бог сделал так вот и... Машина не ладится. Ну, не ладится, значит, не ладится, ремонтировать будут. А если совсем никак? Ну, совсем никак, Бог поможет. Мы уповаем на Бога, никаких условий не ставим. Сроки у нас есть, конечно, желательно, чтобы мы вовремя были. 28-го желательно быть в Хельсинки. А не в Хельсинки, а в Стокгольме, где они бронируют паром. Место парома для турку. А в турку они приедут и в Хельсинки нас забирают. А из Хельсинки уже в Эстонию. А Эстония, это уже сопредельное наше государство. Латвия, Литва. Латвия моя духовная родина, где я Библию получил, надо проехать. Если можно будет найти могилу Михаила Анны Еремеева. Вот какие у нас такие это, планы-то. Просто все идет как-то само собой. Вчера бы эту встречу никак не устроить. Она устроена Богом была, прям явно. Первая остановка в Лиссабоне, первая на глазах людей, которая садится на машину и нас везет такую даль. Никогда не найти, тут навигатор бы закрутила голову ему. И главное, с собакой, ротвейлер громадный. Я свою и не вывел, он на один жавок, думаю, съест ее сразу. Вот он так и спросил, кто это, он или она, я говорю, он. И оказалось, знание-то наше английского ограничено, а он по-английски говорит чисто-чисто. Произношение говорит четко. Даже я что забыл, и те слова сразу вспомнил. Вот сегодня разговоров нет об обмене, он говорит, что в банке... И какие условия, да одно слово понимают. А это вот подарил, дорогой нас встретил Марьясов Александр из Краснодара, Краснодарский край, шофер. И вытаскивает вот это подарок вам. Какие люди-то? Диву только даешься. И это все необходимо. Стартер снял, да? Видишь, как ракета в руках. Что там с ней? Так. Мужчина смотрит, может помочь еще надо, спрашивает.
Вот какое наше дело. Что мы делаем тут? Я могу только шить и собаку выгулять. Собака на мне. Николай сегодня говорит, ну кучерявый, или как он сказал, живем. Как? Ну у меня сливки есть, я делюсь сливками наполовину с этим, с ураганом собака. А сейчас кто-то подложил, сейчас даже не знаю, Виктор Андреевич, на разгущенное молоко. Ну я реквизировал 2 банки. Пока ели так, я с ним делился с ураганом. А 2 последние совсем полностью для него. Ничего себе, собаку кормят, чем сливками, да. Это брат, наверное, купил, брат Николай. А может быть. Гущенное молоко. Ну откуда я знаю, молчит он, награду увеличивает. Ну главное, что в мешке у нас оказалось-то. Ну, пост наступил тем более, а он плохо ест, а я ему этот сливок-то маленько пущу, или сгущенное молоко, то он слопает все. Воды нам надали вчера, помидоры купили, но за помидоры мы рассчитались. Таких помидоров никогда не ел. У меня зубов-то мало, так даже зубами трудно раскусить, какая шкура. Эти помидоры можно до Дальнего Востока везти, ни один не испортится. И притом они их продают вместе с ветками. На ветке висит там много помидоров. И, видимо, она еще из веток питается соком из этих, ну, из веток. Это так и есть. Вот. То, что мы увидели здесь. Ну, почва оказалась очень подготовленной, потому что здесь в позапрошлом году был отец Геннадий Фаст. И он не обрубает корни, где откуда пришло. Он всем говорит, что он обратился в моем доме. И они уже обо мне знали. У кого-то книги, у кого-то пленки, подходят люди. И тут же прям в алтаре слово Божие сказать. Вот мы были в Енисейске, такая же история. Отец Геннадий там был. Енисейск, Красноярского края. Куда бы ни пришел, скажешь, отец Геннадий, двери все открыты. Это человек такой. В другой раз мне задают, а вы могли бы. Да что сравнивают, отец Геннадий и я. Какое сравнение-то? Отец Геннадий, как я неправильно может говорить, это звезда на вершине елки. Ну, а я внизу там какой-нибудь мох или иголка какая. Ну, я понимаю, у меня ни образования никакого нет. У меня просто есть одно качество, которого даже, может, у академистов нет. Я очень люблю моего Господа Иисуса Христа. Очень. И днем, и ночью. Я о нем помню. Как писал у нас председатель журналистов Алтая Тепляков Сергей Александрович. О Боге многие думают, но чтобы круглые сутки и день не дальше думать, это, наверное, только Лапкин Игнатий. Я не то что хочу, а у меня это непроизвольно, я этим живу, и меня на это Бог вдохновляет. Они впереди сидят, я сзади. Каждую возможность вижу сегодня, как бы не попасть нам в центр города Мадрида. И только молюсь. Николай работает здесь, я молча молюсь. Виктор подошел, помолитесь здесь. Умудрил Господь. А он, может, и что-то и забыл ремонтировать, а Господь ему подскажет. Мы едем, и по милости Божией у нас все хорошо. Если какое-то разногласие где-то возникнет, ну, по мелочи, где-то остановиться, мы все равно договоримся. Вчера в одном месте попытались остановиться, прямо около дороги, не так удобно-то. Я сказал, он там под тенью, так туда перевезти, Николай сразу. Понимаете, он шофер, и такая уступчивость, и мигом подогнал, а там тенечек, и мы там пообедали. Когда первая остановка была после Лиссабона. Нам это приятно. Я каждый раз отношу за то, что о нас молятся очень многие. Мы поехали перед последней неделей. Я взял Татьяну Капустину, старшую сестру у нас, Татьяну Кузьминишину. И пошли по всем больным, которые неподъемные, из дома не выходят. Всех старались навестить и заручиться поддержкой. Так что нас ждут, нас любят. Любят по-настоящему, как христиан. Буквально в самом положительном смысле. И за рубежом, и здесь везде молятся. Поехали. Неужели я скажу, что Куимчиди Марина в Афинах там не молятся или Митя? Да все молятся. Где мы только не были. Самое неприветливое оказалось место для нас, когда мы проезжали через Рим к русской церкви, к святой Екатерине. Уже расположились спать, приткнулись. Встать-то негде, там места нет нигде. Там даже никак нельзя, Николай загнал, там по миллиметру между сторонами около храма. Палатку поставили, уже сообщили, позвонили. Он приехал настоятель со священником и представителем консульства. И оттуда нас вытурили. Стали пугать, кто они там, я их называю все гренадеры. Кто? Карабинерами. Карабинеры. Да в эту дыру сроду они не полезут, там кусты такие, век им не надо. Ну, решил припугнуть, вроде бы я не сам, а кто-то. Выгнал нас оттуда.
Ну, тот, правда, поехал впереди и показал, где можно постоять. Ну, постоять-то постоять, но ни туалета, ничего дальше-то нету. Мы должны были на солнце молиться, полдня, вот так, полдня, говорится, кружить в городе, пока в библиотеку, пока приехали. Ну, Рим, Вавилон. Это о Лиссабоне ни слова не написано, о Мадриде. Это Москва сбоку претендует на роль третьего Рима. А в буквальном смысле Рим – это Вавилон. Это все святые отцы так толкуют. Когда говорится «пал Вавилон», это «пал Рим». И вот Рим в лице православных священнослужителей обошелся с нами так, как и подобает им по чину. Шел мимо и прошел мимо этого. Так а тут, получается, не прошел мимо, а подошел и пнул. И нашу машину даванул, как бы вылетели мы оттуда из этого маленького приемника. При подъезде к храму где-то. Это территория, консульство, а за пределами ограды. Не, я говорю, напоили, накормили, ноги убили. Помощь нужна, брат, какая-то. Нет, рукав исключительно. Нет, тут прям сразу. Туда так, выше. Стянуть так, просто, да, 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 да. Еще. Я им сказал, говорю, вот так-то вы напоили, накормили и ноги умыли странника. Мы говорим, с какой целью? Он что-то вроде сказал, я не расслышал. Сзади дали визитки в интернет. Ну, нигде так не было. А здесь, в Лиссабоне, на солнце развернитесь. В Лиссабоне нас зацеловали. Там это все Виктор снял. В храме женщины подходят все, как будто пасхальный день какой. Это, конечно, молитвами отца Геннадия, который был здесь, а перед ним был священник Арсений. Они говорят, где-то он вызванный где-то там на юг, у какого-то, где-то близко к патриарху какому-то, говорит. В Бейруте, вот, что ли, где-то? А? В Бейруте. В Бейруте. Ну, ясное дело, что там другое-то. Ну, от московской патриархии. Да, да. А я-то его знаю как. Он, когда был диаконом, теперь, может, он уже и забыл. И он вышел на меня. И то ли попали материалы, я, говорит, что-то увлекся как-то сектантами, что ли. А прочитал, я сразу вернулся, нет. А теперь он доктор кого-то лечит, доктор каких-то богословских наук. Лечит ослов, богослов, бог ослов. Ну, о нем хорошие все отзывы, а он обратился через отца Геннадия. А Геннадий-то через Господь привел через меня. Я говорю, это мой внучатник уже. Вот так мы здесь были. Вот так, чтобы открыто сборы делать денег-то, ну, практически не делали. Продукты собирали в Грузии. А у отца-то тут мы были, мы не нуждались, мы питались у него там были, у отца Кирилла. Вот сейчас заезжать во Франции, они давали тут адреса, и заехать, семинария. Нам это не надо даже, мы не успеваем. Потому что определенные числа на Скандинавию. И там забронированы места на паром. Вот нас что подгоняют. А мы на 5 дней опоздали в Шенгенскую зону. Посольство Великобритании заблокировало наши паспорта. Я все больше убеждаюсь, что это была умышленная акция против нас от масонов. Не зря с нами ехал священник и все время говорил, это все центр масонства, центра. У меня материал громадный про масонов был. И радиостанция «Свобода» против меня сделала заказную статью Чернику Александру Тихоновичу. Один из лучших журналистов Алтайского края. И он согласился, а потом не может написать, а был по Теряевке. Меня встретил около вокзала, идет вот так, Игнатий Тихонович, мне вот радиостанция «Свобода», против вас статью заказали написать. Не могу ничего написать, 2 недели, там теребят где-то. И у него несчастье было. Он где-то деньги взял у братков, не рассчитался, ему включили счетчик, как говорят, увеличивая число, и он куда-то сбежал и семью бросил. А я скажу, что есть такая картина, не замай, не трожь. Нас трогать нельзя. Мы себе не принадлежим. Касающийся вас, касается зеницы ока моего. Определенно. Ничего, мы утром встали. Для себя у нас ничего нету. Это мало удовольствия. В такую жару сидеть и... Ну, расплавился наш навигатор. В прошлом году было там все, спеклось. Это не день, не два, а день и ночь. А еще дальше мы возвращаемся почти 2 месяца в России. Мотаться. По разным областям, в каждом районе, ночуем, где придется. Это не просто так. Ну и вот тут вынуждена остановка. Я не называю тут, все тут, ну, недалеко от Мадрида, только проехали. Виктор говорит, надо снять. Все, побереги батарею пока.